Извините, ребят, вам привезли продукты питания, вещи, гигиена, женские прокладки, там, детское питание. В общем, ну, в принципе, все, что вам необходимо для жизни. Вы составляете список, у вас есть старшая Светлана, с которой мы познакомились. С ней будем контактировать, и мы будем раз в неделю вам привозить продукты. Помимо этого, созвонили с вашей поликлиникой, через обл. Администрацию связались. По возможности, это по тому же списку, что было в аптеках. То, что не успели, аптека собирает, мы вам привезем. Продукты будем тоже стараться раз в недельку вам привозить. Человек у вас старший, Светлана. Максимально того, что у нас было, вам привезли, а потом будем по потребностям вам помогать. Хорошо? Да. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Великий вам спасибо! Такие у нас добрые, отзывчивые люди, низкий поклон. Откуда люди здесь находятся? Со всей Украины или? Нет, тут люди с тяжелых областей. Это Харьковская область, Луганская, Донецкая. Есть люди из Днепропетровска, Мариуполь. Да. Изюм у нас еще есть. Люди пожилые есть, есть больные, онкобольные. Что, будем все помогать? Все хорошо, спасибо большое, которые есть люди, которые нам помогают. Я хочу сказать огромное спасибо Евгению и его товарищам, которые помогли беженцам и переселенцам с тяжелых областей. Есть действительно люди, у которых нету домов, погибли родственники с маленькими детьми, у них нету тут ни жилья, ни одежды, ничего. Выражаем большую просто благодарность человеческую за то, что есть неравнодушные люди в такое тяжелое время, и победа будет за нами. Люди у нас... Сначала был Харьков, потом приехало много Изюма. Из Изюма приехали люди совершенно без ничего, без еды, без вещей. Вот. Ну, машины все побитые. Потом начал приезжать Лисичанск, потом начали эвакуировать Донецкую, Луганскую область. У нас очень много с Кременной, с Покровского, с Мариуполя есть ребята, у которых вообще дом полностью разбомбило. Вот, есть даже одна, смотрю, молодые люди ходят. Говорю, вы откуда? С такого-то номера, они с Изюма. А я говорю, вам что-то надо? Нет, ничего не надо. Я говорю, сколько вам лет? Нам уже скоро 18, мы все сами можем. Вот. В общем, очень много детей. Здесь уже двое родили. У нас уже двое родило, да. Одна девочка забрала, сейчас да, другая вот рожает на днях. Одна в Депр уехала рожать, там осложнения какие-то выставили. Здесь в Саричанке еще очень много беженцев. Вот я знаю, что 2 недели назад уже было 9 новорожденных из беженцев. Вот. А сейчас живет у нас 2-месячные и 3-месячные вот в корпусе, это из самых маленьких. А так 1.5 года, 4.5 года, много подростков, конечно, 13-14 лет. Повесили сетку, дали мячи, организовали волейбольную команду, играют в футбол. Здесь у нас есть доктор, женщина пожилая, на пенсии. Она оказывает, принимает пациентов, особенно бабушек с давлением. У нас онкобольные оказались есть. И, вот, медикаменты привозим. Вам спасибо большое, помогли, привезли много. Все вон какие радостные и счастливые. А ребята молодцы, беженцы, чтобы не сидеть без дела. Полностью почистили листья, убирают корпуса. В Царичанке проживает моя теща и сообщила о том, что в лагере «Дорожник» в Китайгороде проживают очень много людей, им никто ничем не помогает. Мы скооперировались с ребятами и вместе решили помочь этим людям. Объединили усилия, собрали продукты, памперсы, детское питание. Выделили кто что может, приехали, привезли. Ну, будем стараться дальше помогать.
помогать деткам, врачам, всем, чем можно. Чем можем, будем брать списки у людей и на постоянной основе стараться их поддерживать. И просим всех остальных тоже помогать, участвовать. Слава Украине! Героям слава!